«Рассвет в горах» – именно так называется танец, который открыл концертную программу вечера. Смело можно назвать его первым и в ингушском выступлении на абхазской сцене. Ранее известный по всему миру государственный ансамбль «Ингушетия», к сожалению, побывать в Братской Республике не мог. Однако, как отмечает его художественный руководитель, несмотря на дебютное выступление и, по сути, ознакомительный визит, атмосфера сегодня позволяет чувствовать себя как дома. Необходимо налаживать этот путь общения, показать свою культуру. Подрастающее поколение может даже не знать, что есть Республика Ингушетия. И также вы должны к нам приезжать. Это общение. Мы близкие народы по крови, по духу. И поэтому это необходимо, то, что мы сюда приехали. Это давно надо было делать, и мы наконец-то решились приехать. Для нас это огромное событие. Мы на Кавказе у себя дома, не чувствуем себя в гостях. Очень прекрасное место. Надо общаться, надо друг друга любить и уважать. Организовать такое мероприятие удалось благодаря совместному культурному проекту двух стран, который служит началом дружеских и творческих связей. Важным, главным направлением должно быть международное культурное сотрудничество. Это возможность нашим людям принимать участие в больших масштабных мероприятиях, которые за пределами Абхазии проходят, и также принимать у себя такие вот очень интересные культурные инициативы. Проект «Культурные дни Ингушетии» в Абхазии главным образом направлен на то, чтобы показать свою культуру, быт и традиции. Так, девичий танец с кувшинами хорошо отражает характер народа. В национальном танце девушки передают скромность и грациозность. И, несмотря на тяжелый сосуд, продолжают гордо и высоко держать голову. Помимо лирических девичьих композиций, на сцене Абхазской филармонии была представлена и ингушская лезгинка, которая отличается скоростью и четкостью движений. Разбавить всю программу удалось и выступлением популярных ингушских артистов. Вела Барганджа, Торни Камичба, Абаза ТВ.